Похоже, шла активная прокрутка бюджетных миллионов. Начинаем с информации об уголовном преследовании именитого спортсмена, олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Силовики регионального ФСБ и полиция пришли в дом бывшего футбольного топ-менеджера накануне рано утром. Сведений пока немного, следователи работают. Но речь идет о мошенничестве. Как нам удалось узнать, Перлов, будучи генеральным директором футбольного клуба «Новосибирск» и официальным представителем академии с таким же названием, создал коммерческую контору «Двойник». Через нее, похоже, и уходила часть субсидий. Сегодня в Центральном районном суде фигуранту избрали меру пресечения. А насколько, как считаете, обоснованы претензии следствия? Будем говорить, все вопросы задавать после того, как судья вынесет решение о мере пресечения. Я с ним что говорить не могу. Заседание прошло в закрытом режиме. Следователь требовала заключить фигуранта под стражу на 1 месяц 25 дней. Адвокат просила о домашнем аресте. Судья, выслушав доводы сторон, постановил отправить обвиняемого в СИЗО до 23 мая.